Валентина, вторая. Прошло 2 часа. Звучит танцевальная мелодия, из коридора змейкой в танце появляются все персонажи. Заметно, что все уже несколько навеселе. Первой появляется Ольга. «Ой, ребятки, какие вы все хорошие! Как здорово, что у меня сегодня такой праздник!» — плюхается на трон. «Фух, жарко! Леша, открой форточку, дышать нечем!» Алексей лезет на подоконник, продолжает двигаться в танцевальном ритме, открывает форточку. «Так хорошо? Ольга, нормально! Слава, выключи ты эту музыку дурацкую, пожалуйста! Я говорить буду!» «Вячеслав, тихо!» — выключает плеер. «Чапай говорить будет!» «Ольга, так!» «Фух! Во-первых, ликвидируем и это уродство! Задница болит, на нем сидеть! Кресло подавайте королеве!» Встает с трона и толкает его, трон валится. «Рыцари, кому стоим? Что королева приказала?» Алексей и Вячеслав оттаскивают трон в сторону, приносят на его место кресло с высокой спинкой. Алексей: «Не изволите гневаться! Ваше Величество, кресло подано!» Вячеслав: «Руку попрошу!» Ольга подает руку, Вячеслав берет Ольгу за руку, торжественно подводит к креслу, помогает сесть. Сам садится у ее ног на пол. Лает. «Мяу! Делает вид, что лижет ей ноги. Петр. Ольга: «Фу! Уйди, слюнявый!» Вячеслав, обиженно тявкая, отходит в сторону. «Теперь надо всем налить!» Алексей, продолжая пританцовывать, исполняет приказания. Ольга начинает смеяться. Алексей: «Ваше Величество! Поголовная алкоголизация населения продолжается! Желаете чё покрепче-с?» Ольга: «Подожди, я вспомнила. Слава, танец на гвоздях, помнишь?» Вячеслав пожимает плечами. «Ну, на гастролях в Питере!» Машет на него рукой. «Ах, у него амнезия. Меня не узнает, нифига не помнит». Вячеслав: «Так ты расскажи, я вспомню». Ольга: «Ну, это когда декорация упала». Он молчит. «Ну, ты даешь». «Леша, а, ты тогда с нами не ездил». «Нет, ты тогда еще не работал у нас». «Петя!» «Петя, я!» «Ольга, головка от пропеллера. Ты тоже еще у нас не работал». Встает, напевает, начинает танцевать. Какой-то известный ей рисунок рассказывает. «Играем женитьбу. Я, как всегда, кушать подано в массовке. А между сценами у нас была придумана подтанцовка. Мы все-таки мальчики в трико, девочки в пачках. А монтировщики, не помню почему, плохо закрепили боковую ставку. На ней дома были нарисованы, целая улица. Ну, ставка такая, планшет, 3 метра почти высотой, а длиной, наверное, 6 метров. Огромная! Сцена заканчивается, я готовлюсь к выходу. Поправляю пачку. Слава напротив меня. «Слава, не смотри на меня так. Ты так на меня смотрел, когда пылал юношеской страстью. А сейчас-то что уж. Ну как же ты не помнишь? Ты в трико, я в пачке. Готовимся к выходу. Начинается музыкальная отбивка. Мы выплываем. И вдруг я с ужасом вижу, как вот эта вот огромная ставка за твоей спиной начинает медленно-медленно, будто во сне, падать. Я успеваю к тебе подбежать, хватаю за руку, вроде бы так, в танце задумано, тяну в сторону, и вот эта вся махина. Пылище поднимается до колосников, обрушивается и почти всю сцену заполняет. Вся пылища в зале, зрители в ужасе ахают, охают, как кто-то рогочет. Ой... Пылища, бой в Крыму, все в дыму, а музыка звучит, нам танцевать? Мы что? Мы танцевать начинаем. А с обратной стороны вот этой вот ставки рухнувшей гвозди торчат 10 сантиметров. Ну, так мне показалось тогда. Слушай, ну неужели ты совсем не помнишь, как мы с тобой между этими гвоздями ножками дрыгали? Ну, танцует Вячеслав.
Тебе мемуары писать надо. Я лично никаких гвоздей не видел. Не помню. Ольга, да, не мудрено. Спектакль прошел всего ничего, один сезон. А, дурацкий был спектакль. Режиссер был дурацкий. Скакал, как макака, гримасничал. Все показывал, как нужно, по его мнению, делать. Алексей, ты ничего не перепутала? Женитьбу, насколько я помню, я ставил. Ольга, да? Прости, неужели это ты был? Ага, видно, меня память тоже иногда подводит. Ну, не обижайся. Впрочем, ты скакал очень уморительно. Кстати, как твоя экзема? Не беспокоит? Алексей, а, это тебя волнует? Ольга, ну как же, все-таки я тебе отдала. Слушай, ты не помнишь, сколько? Алексей, ты о чем? Ольга, ну не о деньгах же. Сколько лет? Алексей, да какая разница? 5, 7. Ольга, вот видишь, 7 лет ежедневно ты жаловался мне на экзему. Чесался беспрерывно, особенно когда нервничал. Алексей, ну зачем ты при всех? Ольга, а здесь посторонних нет, так что стесняться некого и нечего. Алексей, да забыл я про нее, давно забыл. Ольга, да, интересно. А говорят, что экзема не излечивается. Алексей, я забыл про нее, как только перестал нервничать. Это была не экзема, это была аллергия на нервной почве. Как только мы с тобой расстались, все прошло, само собой. Ольга, значит, с Нюшечкой или как там ее, с Розочкой, у вас уже не было заветных словечек. Лешечка, не хочешь ли чаю? Алексей, уже не было. Извини, мне неприятно об этом сейчас говорить. Ольга, зря. Это было очень забавно. Представляете, премьера на носу, ничего не готово. Артисты сволочи. Ты всегда так артистов сволочами называл за глаза. Алексей, но... Ольга, не спорь, пожалуйста, называл. Артисты сволочи, текст нифига не знают, костюмы не пошиты, декорации еще и в проекте нет, музыка вообще отстой. Короче, полный бедлам. Ты носишься за кулисами, как разъяренный леопард. Злишься на всех, зверски чешешься, а я... Любимая Клуша, бегаю за тобой с подносиком и все время повторяю: Лешечка, не хочешь ли чаю? Причем всему театру известен этот шифр. Все ждут одного. Когда же ты наконец-то скажешь «да»? Давайте чаю выпьем. Перерыв. Перерыв — это то, чего жаждали все. Хором подсказывали тебе, Алексей Степанович. Чайник только что вскипел. Остынет быстро, а ты бросался на всех, неистово чесался и орал, что убьешь каждого, кто еще хоть раз скажет тебе про чай. А еще задушишь завпоста, расстреляешь директора, отравишь звукорежиссера, если через 5 минут ничего не будет готово. Я к тебе, Лешечка, не хочешь ли чаю? А ты на меня: не хочу чаю, хочу чесаться. Все, кроме Алексея, смеются. Алексей, интересно, ты так говоришь, как будто не понимаешь, какая на мне была ответственность. Тебе-то что? Вышла на 2 минуты, наваляла, как Бог на душу положил, и все, с тебя взятки гладки. Ольга, ах ты негодяй! А кто мне не давал ролей? Кто убеждал меня, что мастер эпизода — это почетнейшая стезя? Кто вычеркивал из моих текстов самые вкусные места, мотивируя тем, что это работает на идею спектакля?
Кто с особым смаком унижал меня, делая ехидные замечания, от которых я была готова... А? Не понять тебе. Все вы, режиссеры, одинаковы. Алексей, неправда. Я любил тебя. Ты была так свежа, так непосредственно, что я искренне лепил из тебя артистку высокого класса. Ольга, ага. Чтобы высокохудожественно ваять незабвенные образы Ниф-Нифа или Наф-Нафа. Спасибо. Низкий вам поклон. Алексей, ничего ты не поняла. Тогда не понимала и сейчас не понимаешь. Ольга, Лешечка, вот только не надо красивые слова говорить про жертвенность, про долг художника перед публикой, про театр-храм, про служение. Ей-богу, это пошло. Это для юных и неиспорченных. Вячеслав, нифига себе! Ну ты даешь. А что, по-твоему, театр — это не храм? Ольга, когда храм, когда бордель. Бордель чаще. Не в прямом смысле, в переносном. Будто ты не знаешь этого. Петр, так, ребята, я вижу, что пора нам всем баиньки. А то вы тут сейчас в философию ударитесь. Это к добру не приведет, по опыту знаю. Кто спать будет в кабинете? Ольга, Петя, подожди. Я еще самого главного не сказала. Петр, завтра с утреца на свежую голову все скажешь всем. Алексей, ну подожди, пусть наконец скажет, зачем она нас вытащила. Я заинтригован. Слава тоже. Мы тут уже сколько? Часа 4? Больше? Просто день рождения. Это не повод. То есть повод. Ну, не такой, чтобы... Ольга, что чтобы? Алексей, чтобы... Ну, сама понимаешь. Ольга, не понимаю. Алексей, то есть вызвать нас телеграммой о своей смертельной болезни, а на самом деле... чтобы просто повидаться на день рождения. И этого ты не понимаешь. Ольга, нет, не этого. Я не понимаю, как ты можешь не понимать, что празднуют не только дни рождения, но и, например, поминки. Алексей, очень интересно. Это кого мы сегодня поминаем? Ольга, я поминаю. Детей своих нерожденных. Ты ведь помнишь, Леша, как ты на аборт меня отправлял? Очень не хотел детей. Когда я тебе сказала, что, кажется, беременна, ты такое скандалище закатил. У меня до сих пор в ушах от твоего крика звенит. Алексей, не надо. Не надо так говорить. Кто не хотел детей? Я? Ты вспомни, вспомни. Скандал? Не надо перевирать. Да я тебя уговаривал, а ты все чего-то ждала. То у тебя вот-вот съемки начнутся, то распределение на роли должны вывесить, а роли такие вкусные, что ты рада будешь, даже если дадут второго плана. То гастроли намечаются заграничные, то фестиваль какой-то там. Вечно у тебя были причины, так что не надо, не надо. Ольга, славный ты мой хороший, ну чего ты, чего ты надулся? Ну, глупая баба, ляпнула с дуру. Петя, налей ему чуток, не хочу, чтобы он обижался. Слышь меня, не дуйся, ну прости меня. Петр подает стаканы. Давай. Коньячку выпьем и забудем. Он, Славка же, не дуется на меня, хотя тоже два раза отправлял. Слава, помнишь? Вячеслав, что? Ольга, как доктора-то звали? Вячеслав, какого доктора? Ольга, ну, того самого, волшебного, что от детей избавляет. Вячеслав, понятия не имею, о чем ты.
Ольга, ну, с тобой все понятно. Это правильно. Нужно уметь забывать то, что неприятно помнить. Правильно, Петя? Петр, умница моя. Правильно. Ольга, вот. Вот кто меня ни разу не посылал. Обожаю тебя. Ты просто не спрашивал, зачем я у тебя прошу столько денег. А сейчас я уже и не прошу. 10 уже не прошу. Петр, 7. Ольга, о, обожаю. Все понимал, но ни разу не спрашивал. Давайте выпьем. Залпом осушает стакан. Ребята, а ведь вы преступники. Я нежно вас люблю, но ведь вы преступники. Ведь вы убили во мне женщину, а параллельно много лет добивали актрису. Спасибо вам за это. Только мне очень больно, очень-очень. Я ведь недавно это поняла, а как поняла, то и начала соображать. Это так, думаю, так? Пока была молода, энергична, во все бочки затычкой служила. Ладно, допустим, нет у меня великого драматического таланта. Не дотягиваю я до Сары Бернар. Но чтобы вот так вот живым человеком разбрасываться, я же и танцевала не хуже, чем эти по телеку. Пластичная была, как резина. И пела. Сейчас, конечно, уже не то. Сильву не вытяну. Но если на концерте надо что-то народное или из прошлых лет, да с милой душой! Ты, Петечка, кажется, даже слезу пускал, бывало. А? Помнишь? Петр, ну что ты, родная, поешь ты просто великолепно. И никто тобой не разбрасывался. Наоборот, ценили, берегли. Ольга, да! От чего же это вы меня берегли? От детей берегли? От ролей берегли? Петя, ты хозяйственник, хороший, крепкий хозяйственник. В театре разбираешься, недаром столько лет здесь. Ну, ты же от монтировщиков поднялся, все видел, все своими руками и головой освоил. Но природу актерскую тебе не понять. А природу женщины тем более. Вячеслав со слезой в голосе. Позвольте, Оля, помолчи. Петя, я тебя уважаю. Давай за Олю выпьем. Ольга, да пили вы уже за Олю 5 раз. Тебе в кабинет на диванчик не пора? Вячеслав. Женщина, что ты говоришь? Диванчик. Он что? Он зачем? Диванчик. Ольга, ребята, кажется, Славочка наш того угорел. Алексей, Слава, может, действительно пойдешь поспать? Вячеслав, послушай меня, режиссер. Я, может, ее люблю. Всю жизнь только ее любил. А вы меня на диванчик? Петр, Слава, Вячеслав, да пошел ты! Не трогайте меня, и никуда я не уйду. Сейчас музыку включу. Оля, давай вальс танцевать. Пытается встать, но снова садится, оборачивается. Чего вы меня не пускаете? Кто меня держит? Алексей, да ты, брат, сможешь ли подняться? Какой тебе вальс? Сиди уже и молчи. Вячеслав, не буду молчать. Меня тут некоторые обвиняют. Оля, за что ты меня обвиняешь? Я тебя, Ольга, любил, я знаю. Любил и продолжаешь любить. Можно я тебя поцелую, Вячеслав? Целуй, если Петька не против. Петька, ты как? Петр, Оля, он не успокоится, чмокни его. Ольга, ну почему это чмокни? Он мой любимый первый муж. Целует Вячеслава в губы долгим поцелуем. Петр, ну, хватит уже. Хватит! Хватит, я сказал, а то
Эй, ты, алкаш, отлипни от моей жены, а ну! Хватает Вячеслава за плечи, пытается оттащить от Ольги. Вячеслав легает его ногой. Ах ты, зараза! Бьет его кулаком по голове. Вячеслав, ой, сука, больно же! Валится на пол. Ольга вскакивает и со всего размаху дает Петру пощечину. Петр, ты что? Охренела? Неожиданно подлетает Алексей и бьет его в ухо кулаком. Петр левой рукой хватается за ухо, правой наотмашь бьет Алексея, но тот уворачивается, и Петр попадает Ольге по лицу. Она валится в кресло. Петр Алексею: «Ты идиот!» Бросается к Ольге: «Оля, Оля, родная, я нечаянно, прости!» «Ольга, ты, муж мой, ты, меня!» «Петр, ну прости, где больно? Давай поцелую. У кошки боли, у мышки боли, как там дальше, я не помню». Вячеслав: «Голова!» «Ольга, у зайца боли, у медведя боли». «Петр, а у Олечки заживи!» Целует больное место. «Ну, больно?» Алексею: «Кретин! Смотри, что ты наделал!» Прижимает голову Ольги, гладит по волосам. Она молчит. «Алексей, что наделал? Это ты наделал! Олечку уделал! А я просто свой долг выполнил!» «Петр: Какой долг? Ах, очумел совсем!» «Алексей: Короткая, Петя, у тебя память! Я ведь обещал тебе морду набить, вот и набил!» Петр: «Оля, вставай потихоньку, пойдем отсюда. В кабинет пойдем, а эти дебилы пусть тут сами бесятся». Алексею: «Я запомню. Я очень даже запомню. Ты у меня...» «Ольга: Постой, Петруша, не надо никуда ходить». «Петр: Прошло? Не болит? Прости меня, родная». «Ольга: Не болит. Голова не болит. Вот здесь болит». «Петр: Скорую вызвать? Сердце?» «Ольга: Нет, не надо скорую, это не сердце». «Петр: А что?» «Ольга: Петя, ты, скорее всего, не поймешь. Это душа. Душа болит». Петр шутливо: «Ну, это пройдет. Душа, не сердце, не страшно». Вячеслав: «Петя! А, Петя! Дурак ты, Петя!» Петр: «А ты заткнись, я не с тобой разговариваю. Смотрю, тут вы все умники собрались». Алексею: «Ты вот просто философ. Обещал морду набить. Это кредо твое, что ли?» Алексей: «А ты, значит, забыл, как вы меня подставили? Забыл, как вы на выездном надрались всем цехом до свинячьего визга. Сил хватило только, чтобы декорации разгрузить и у кармана бросить на снег. А монтировать спектакль кто должен был, а? Забыл, как я один корячился, ползал, вбивал, монтировал, а ты за кулисами храпел на скамейке. И я, как папа Карло, весь в мыле вкалывал. Ковры прибивал, по канатам лазал, развешивал кулисы, падуги. Я тебя, Петечка, не по морде. Я тебя задушить хотел». «Охренеть! Завпост, по совместительству завмонтировочным цехом, нажрался с доблестными подчиненными и дрыхнет себе. Скажи спасибо, что я тебе тогда на месте не пришиб. Петр: Спасибо, отец родной». Ольга: Петя: «Ах, так ты, значит, алкоголик? А я и не подозревала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй». Вячеслав с трудом: «Олечка, успокойся, мы тут все алкоголики. Вот я, например». «Ольга: Про тебя я все знаю, милый мой. Сколько мы с тобой винища выхлестали». «Петр: Так, 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 интересно.
Поподробнее можно? Вячеслав, даже нужно. Только сначала кто-нибудь налейте мне, что стоите, как эти, сидите, как эти. Налейте человеку. О, какие вы жлобы! Ладно, я сам налью. Мне бы только встать бы, Алексей. Петр Степанович, Петр, морда! Алексей, ладно тебе. Я на тебя не сержусь. Ты свой долг оплатил. Не сердись и ты. Давай этого друга поднимем. Берет Вячеслава под мышки. Ух ты, тяжелый какой, отъелся. Петя, ну помогай, уроню же. Не сиди, как сыч. Петр нехотя подходит и начинает помогать. Вот славненько. Усаживают Вячеслава на стул. Вячеслав. Леша. Леша. Алексей. Да налью сейчас, налью. Вячеслав. А где я был? Алексей, где ты был? Не понял. Ты сиди прямо давай, а то опять рухнешь. Ой, тяжелая эта работа. Вячеслав, из болота тащить. Меня поднимать нелегко, меня много. Алексей, да уж. Вячеслав, так ты не сказал, где я был? Алексей, ну ты про что? Я не понимаю. Вячеслав, что про что? Ты монтировал, а я где был? Че ты позвать меня не мог? Алексей, да успокойся ты. Вы там во дворе театра в футбол играли все. Вячеслав, я? Футбол? Фу, терпеть не могу. Что ж ты, дурак, меня-то не позвал? Эх, а теперь Петьку по роже. Петька, ты на нее не обижайся, он дурак. На дураков не обижаются. Налей мне лучше, Ольга. Да, парнишки мои разлюбезные, мы уже попили. Мы уже попили, рожи друг другу побили, повспоминали прошлое, потанцевали. Что там еще по программе? Вроде все, программу выполнили. Пора по второму кругу начинать. Леша! Петя! Пожали друг другу руки. Петя, 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 не дуйся. Смотри, Леха же не дуется. Пожали, пожали быстренько. Так, ну кому я сказала? Петя! Петр, ну все, уже вот он я, вот, уже вот. Протягивает Алексею руку. Вячеслав начинает смеяться. Ольга, ну кто-нибудь, налейте ему уже что-нибудь. Что там у нас осталось? Ну что ты ржешь? Сейчас будет тебе. Вячеслав, я представил меня в футбол. Сейчас я вам всем гол забью. Только не мельтешите мне туда. Здесь я... Ой, не могу. Начинает тяжко дышать. Карвалол у меня в сумке. Алексей, ты чего? Сердце. Вячеслав хватает ртом воздух, как рыба. Ты чего молчишь? Сердце? Петя, что с ним? Петр, я что, доктор, что ли? Эй, Слава, слышь меня? Что с тобой? Оля, что с ним? Ольга, беги, беги, там в кабинет у тебя аптечка. Нет, на вахте она. Аптечку неси, давай, скорее. Петр выбегает за дверь. Потерпи, Славочка, потерпи, родной. Сейчас, сейчас Петька лекарство принесет. Вячеслав совершенно трезво. Да ну его в задницу, Петьку твоего. Извини, конечно. Алексей. Ах ты, скотина. Совсем опупел. Я тебя за такие шутки... Вячеслав, тихо, тихо, тихо. Ну, просто розыгрыш. Переходим в соседнюю гримерку. Быстро, быстро, быстро. Петьку разыграем. Смеху будет. Ольга, сволочь ты, Славка. Но обаятельная сволочь. За что тебя и любила. Вячеслав, а сейчас? Ольга. И сейчас люблю немножко. Но Петьку больше.
Так что мы никуда не пойдем. Все равно не успеем, он уже шаги. Бежит. Давай, играй дальше роль свою. Ложись быстренько. Влетает запыхавшийся Петр. Всю принес. Че надо? Смотрите, как он? Ольга, да получше вроде. Берет из аптечки какое-то лекарство, вкладывает таблеточку в рот Вячеслава. Воды дайте. Алексей подает воду. Она подносит стакан к губам Вячеслава. Пей, 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 запей. Глотай, глотай. Петр, может, все-таки скорую? Ольга, не болтай глупости. Театр закрыт на ключ. Как они войдут? Через окно? Вячеслав. Ребята, вы здесь? А, спасибо, родные, мне лучше. Оля, ты со мной? Петр, да здесь она, здесь. Вячеслав. Петя, отойди, я ее не вижу. Петр, а что на нее смотреть-то? Не насмотрелся еще? Вячеслав. Не насмотрелся. Еще хочу. Встает с видимым усилием. А, кажется, я в порядке. Почти. Петр, вот и молодец. А то мы тут все распереживались. Ты что, золото мое, помирать, что ли, к нам приехал? Или просто попугать хотел? Нехорошо, батенька. Алексей, ладно, забыли. Все в порядке, Слава? Вячеслав. Да, кажется, теперь в порядке. В полном. Ну, споем, что ли? Что-нибудь старенькое, душевное. Где гитара? Ольга. Да мы уже 100 лет ничего не пели. Вячеслав. Да ты что? Это нельзя. Это исправлять нужно. Где гитара? Ольга. Петя, принеси, пожалуйста. Петр. Принесу. Только вы тут без меня не того. Вячеслав. Ничего не того. Петр. Да ну тебя, балбес. Не пейте без меня. Алексей. Хорошо, не будем. Я прослежу. Петр, проследи. А если этот вот субъект к моей жене снова полезет, ты уж его мягко так, по-отечески. Двинь по кумполу. Ага. Алексей. Ага. Да иди уже, а то утро скоро. Петр выходит. Ольга Алексею. Сделай вид, что тебя здесь нет. Алексей. Не понял. Ольга. Я этого чудика целовать буду крепко. Алексей. А меня? Ольга. А тебя-то за что? Алексей. А его за что? Ольга. Он мой первый любимый муж. Алексей. Бывший первый. А я что, не любимый? Ольга. Любимый, любимый, но второй. Алексей. Не вижу разницы, если любимый. Ольга. Так это ведь он меня первый на аборт отправил. Слабик. Вячеслав. Чего? Ольга. Отправил? Вячеслав. Ты меня затем выписала, чтобы старое вспоминать? Ольга. Что ты, родной? Я ж тебе благодарна была. Давай поцелуемся. А Лёшка Петру ничего не скажет. Алексей подозрительно. Что-то ты мне не нравишься. Что это на тебя сегодня нашло? Ольга, не завидуй. И с тобой поцелуемся. Но потом. Алексей. Ты правда какая-то не такая. Ольга, ну какая не такая? Алексей, что ты задумала? Скажи. Ну ты же что-то задумала. Ольга, ой, задумала, милый мой, задумала, каюся. Такое задумала, что и не сказать, потому что боюсь я. Алексей, ну хватит уже юродствовать. Ольга, правильно, правильно, хватит. Пора выпить. Слава, за твое счастливое выздоровление. Че стоишь, наливай, за тебя выпить надо. Вячеслав. А поцеловаться? Сама же говорила только что. Ольга. Ой, что это я позабывала?
Чё это я говорила-то? И все позабывала? Ты про что, Слава? С гитарным аккордом появляется Петр. Инструмент к вашим услугам, мадам. Вячеслав хочет взять гитару. Пардон, пардон. Осторожней попрошу. Инструмент уникальный. Подарен испанскими делегатами. Ольга, пей-ка ты прелесть. Чмокает его в щечку. Внимание! Голосом конферансье. Прошу внимания, господа и господа, клуб имени меня предлагает почтенной публике новейшую, обширнейшую концертную программу. Первым номером виртуоз гитарных аккордов Вячеслав, только что из Бомбея в Кислодрыщенск. Петя, дай ему гитару, он не уронит. Слава, аккуратней с инструментом. Итак, мы начинаем. Флибустьерская лирическая. Музыка народная, слова тоже не мои. Слава, пардон, сеньоры и сеньориты. Вячеслав. Оля, я не помню. Ольга. Пардон, сеньоры и сеньориты. Вячеслав. Не помню, Оля. Прости. Ольга. Прошу прощения. Маленькая техническая заминка. Гитарист пьян и не помнит, как зовут его маму. Вячеслав. Светлана. Ольга. Почтеннейшая публика. Все в порядке. Он очнулся и вспомнил. Алексей, нам с сестренкой каюк, пожалуйста. Маэстро, просим. Вячеслав. Ребята, не помню. Петр. Целый день на цепи ты сидишь тонкой. Ольга, на меня ты глядишь, белая болонка. Вячеслав, давайте что-нибудь другое. Ольга, так. Имеем в виду, вечер идет на смарку. Но ничего, мы это сейчас мгновенно исправим. Пойте, говорю я вам, пойте. Пойте, когда вам хорошо. Пойте! Назло всякой грубости или свинству. Пойте в глаза тому, кто вас ругает. Пойте, ликуя в своем превосходстве, когда вас бьют. Пойте в переполненных троллейбусах. И если вам придется заплатить за это, заплатите! Пойте, когда пьете вино. Пойте у могилы. Что ж вы молчите? Пойте! Он не услышит. Не для него. Пойте не смерть его. Пойте жизнь свою. Не о хвое на могиле, а о том вон листике на верхушке. Пойте себе. Живые, вам песня нужна, а не ему. Ты ночью проснулся и слышишь, поют соловьи. Вот видишь, песня живет и ночью. Поешь ли ты только утром, солнечным утром? А песни отчаяния, песни гнева и наступления? Да и где она, твоя песнь наступления? Ты уже победил и поешь только утром? Или ты побежден и совсем не поешь? Маэстро, что-нибудь на ваш вкус? Поехали! Вячеслав, невразумительно спотыкаясь, напевает на известный мотив. Нет, я не плачу, нет, я не плачу, нет, я не плачу, и не может быть иначе. Свой путь я выбрал сам, мечту я не продам, любимый свой театр до смерти не предам. Пусть крепнут и евро, и доллар, пусть падают цены на нефть, театр будет жить очень долго, пока на земле люди есть. Ольга, браво, брависсимо! Сам, что ли, сочинил? Вячеслав, не, Серега Бублик. Он теперь вроде как драматургом заделался. У нас даже спектакль шел по его пьесе. В союз вступил, прозу пишет. Ольга, ха-ха-ха-ха! Проза у него точно лучше, чем вирши. Вячеслав, не знаю, не читал. Ольга, ладно! Давай войди в мой мир, он весь перед тобой. Ну, ты хоть это помнишь? Вячеслав,
Это, кажется, помню. Играет неуверенно, с трудом подбирая аккорды. Ольга зверским шепотом. Убью, зараза! Играй нормально! Вячеслав. Оля, не могу. Сердце. Ольга, сердце уже сегодня было. Придумай что-нибудь другое. Вячеслав. Правда, серп валится на бок. Пауза. Ольга. Первый пошел. Темнота. Антракт.